Ну что, привет, друзья! Сегодня у нас новая тема. Новая тема такая. Мы поговорим с вами, как еще можно ускорить работу нашего андроида. Вот вроде бы старый телефончик Samsung, да? Сейчас мы его запускаем. Видите, как все, в принципе, достаточно медленно, плавно работает. Что нам надо сделать для того, чтобы хотя бы он как-то мог быстрее работать? Потому что он как бы перегружен по памяти, и внутренняя память у него слабенькая. Но есть небольшой способ. Можно не ставить на него программное обеспечение, ничего не ускоряя. Просто техническими возможностями мы можем подправить это. Что мы делаем? Заходим в его настройки. Ищем о телефоне. Где у нас тут? Об устройстве. Вот. Находим здесь так, номер сборки. Видите, вот здесь написано номер сборки. И несколько раз быстренько нажимаем на нее. Ну, до 10 раз. Только быстро-быстро. Так. Вот. Не требуется больше уже режим. Включен разработчика. Что мы сделаем? Уходим назад. И в настройках находим новую главу, которая называется «Параметры разработчика». Вот она появилась перед об устройстве. Нажимаем на нее. Нажали. И ищем анимацию. Наверное, это надо куда-то вниз спуститься, пониже. Так, смотрим. Нет, вон новые процессы, профиль. Это нам все не нужно, потому что это уже серьезно. Мы хотим найти анимацию. Вот, масштаб анимации окна, масштаб анимации перехождения, длительность анимации. Мы заходим вот сюда, и анимация отключена. Сверху нажимаем вот эту кнопочку. Отключили анимацию. Теперь масштаб анимации переходов. Заходим сюда и тоже вот отключаем анимацию. Вот нажали, тоже отключили. И что это? Дальше идет у нас вот шкала длительности анимации. Нажимаем сюда, она у нас стояла 1x. Мы анимацию отключаем. Что у нас получилось? Мы возвращаемся обратно в наш телефон. Смотрите, все в принципе осталось так же, как и было. И значки видны, и всяческие вот, ну все. Но он стал работать быстрее, потому что вот на значках были тень, как будто выпуклый значочек. Сейчас просто остались чисто одни значки. И что получается? Он стал быстрее работать. Вот загрузки. Вот, пожалуйста, как быстренько все. А вроде бы ничего не изменилось. Мы просто убрали ненужную нам анимацию, потому что аппарат слабенький. И оперативная память занимала вот эта анимация, которая постоянно держала значки, допустим, объемные, или там тень какая-то была на картинке. Сейчас мы это все отключили, остались просто значки красивенькие. Вот, пожалуйста, все то же самое, только отключились вот всякие объемы. И телефон значительно стал быстрее работать. Еще раз покажу вам, как это делается, если кто забыл. Открываем, заходим в настройки, шестереночка, видите, вверху. Нажимаем ее, спускаемся вниз, находим об устройстве. Вот, об устройстве, нажимаем. Находим здесь номер сборки. Быстренько по нему несколько раз щелкаем, вот так вот. И он выдает нам новые параметры. Вот параметры разработчика написаны. Вот. Заходим сюда и отключаем анимацию. Там три пункта.
время срабатывания анимации, там еще что-то, 3 пункта. Отключаем, и телефон реально начинает быстрее работать. Спасибо, дорогие, за внимание. Пользуйтесь. Если что-то непонятно, пишите в комментариях. Или мои ученики могут мне, конечно, звонить. Все. Хорошего вам времяпрепровождения. Смотрите, не болейте и не нарушайте режим самоизоляции. Спасибо, дорогие мои. До свидания.